Проверила на сайте свою регистрацию избирателя и... готова голосовать! Чувствую себя прекрасно! Эй, вы знаете, что и республиканцы, и демократы проводят закрытые первичные выборы? Это значит, что нужно регистрироваться от одной из партий, чтобы голосовать на их первичных выборах. Вы можете регистрироваться и от другой партии, или независимо, выбор ваш. Поэтому список кандидатов в вашем бюллетене может отличаться от моего. Собираюсь прогуляться вокруг кратерного озера и полакомиться тушеными моллюсками в ресторане КОС. Разве вы не знаете, как узнать, зарегистрированы ли вы? Проверьте на сайте oregonvotes.gov и внесите любые поправки как минимум за 21 день до майских выборов. Чувствую себя замечательно!